Предприятию требуется инженер ПТО, электрик с опытом работы. Обращаться вы можете по телефонам 769-22 и 772-12. Продадут 3 смежные комнаты в малосемейном общежитии по адресу Советский переулок 3. Цена 500 тысяч рублей, торг при осмотре. Подробности по телефону 8-912-544-41-11. Предприятию требуется кухонный работник. Обращаться вы можете по телефону 8-912-545-90-62. Организации срочно требуются монтажники натяжных потолков. Обращайтесь по телефону 8-912-147-24-46. Вниманию населения! 27 июля с 14 до 15 часов в Печерском филиале Республиканская общественная приемная главы Республики Коми пройдет прямая линия на тему «Вопросы о приеме на службу у ОМВД России по городу Печоре». На вопросы жителей города и района ответят сотрудники ОМВД России по городу Печоре. Предварительная запись по телефону 717-25. На прием можно обратиться по адресу улица Булгаковая, 22, кабинет номер 17. Скорая юридическая помощь. Адрес: улица Московская, 27А, телефоны 402-71, 8-904-868-04-74. Продается помещение площадью 100 квадратных метров с оборудованием для кафе в рассрочку на 6 месяцев с первоначальным взносом. Обращаться по телефону 8-904-226-86-84. С 24 июля в Доме быта по адресу улица Ленина, 24, пройдет кировская ярмарка меда и продуктов пчеловодства от доброго пасечника. В ассортименте мед липовый, гречишный, клеверный, лесной, луговой, донниковый, мед с прополисом, с облепихой, лесная медово-ореховая паста, перга, орехи в меду и многое другое. Пенсионерам скидки. Продадут блок-комнату. Цена 120 тысяч рублей. Звоните по телефону 8-912-954-1080. Стоматологическая клиника «Ортстом» в летний зной и зимнюю стужу на протяжении 25 лет оказывает стоматологическую помощь населению. Для вас ведут прием врачи-терапевты, ортопеды, педы и хирург. Работает собственная зуботехническая лаборатория. В группе ВКонтакте проходит конкурс репостов, 5 призовых мест. Итоги конкурса будут проводить 13 августа с помощью специального предложения. Заходите, участвуйте. Адрес: улица Ленина, 16. Телефон для записи 762-26. Работает в будние дни с 8 до 20 часов. Выходные с 9 до 16. Лицензия номер LO11-01-30-136 от 23 декабря 2008 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вневедомственная охрана Республики Коми проводит отбор граждан для прохождения службы в должностях сотрудников войск Национальной гвардии России. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проходят службу на добровольной основе по месту жительства или по выбору. Сотрудникам Росгвардии присваиваются специальные звания полиции, на них распространяются законодательства о прохождении службы в органах внутренних дел, социальные гарантии и пенсионное обеспечение, предусмотренные для сотрудников ОВД. Денежное довольствие от 30 тысяч рублей с постоянным ростом. Возможность получения пожизненной пенсии по истечении менее 13 лет службы. Страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание. Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска по территории России любым транспортом. Право на получение компенсации на приобретение жилья при выслуге более 10 лет. Требования к кандидатам на службу. Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Отслужившие в вооруженных силах, категория здоровья А. Образование не ниже среднего общего. Способность выполнить норматив по физической подготовке. Приветствуется наличие водительского удостоверения категории Б. Граждан, имеющих судимость, грубые нарушения правил дорожного движения, употреблявших наркотические средства или злоупотребляющих алкоголем, просим не звонить. Контактные телефоны 30526, отдел кадров, 71046, начальник ОВО, факс 72629, адрес улица Спортивная, 44Б.